Хороший вопрос, очень глубокий. Я считаю, что с роботизацией мира стало очень много появляться суррогатов. Суррогаты – это искусственные люди. Искусственные люди, когда там вот искусственные девочки, они все одинаковые, у них все одинаковые татуировки, одинаково накачан ботокс, одинаково попы. У них одинаковые фотографии в Инстаграме, что так одновременно и грудь, и попу видно, они вот в правильной позе в такой сидят. И вот с моей точки зрения это суррогат. Вот. Или, например, метросексуальные мальчики, у которых там волос к волосу зачесан. Вот у него все идеально, и отполированные ноготочки, и он вот прямо вот прекрасен. Вот как-то вот так вот. А глубины нет. А поговорить с такими людьми, ну, с ними можно интересно там поговорить первые полтора минут, потом становится скучно, потому что ты совершенно точно знаешь, что он дальше скажет, да. Причем этих суррогатов, их очень много там, ну, в больших городах, типа Москвы, где я большую часть жизни своей провожу. И в суррогатах в них мало искренности, вот. И в небольших городах, там гораздо больше ты встречаешь искренних людей, которые тебе искренне готовы помочь, там вот что-то еще. Большие города это убивают, к сожалению, последние годы. И вот эти вот суррогаты, которые у нас появляются, я думаю, что наши дети и внуки, они прямо вот, ну, уйдут. Вот, то есть мир, он движется в эту сторону, к сожалению. Когда я езжу в ту же Европу или в той же Америке, бываю, да, меня не радует то, что я вижу. То есть меня не радует то движение мира, которое происходит. То есть, опять же, это можно списать, сказать, да вот это вот все, тут из вас уже песок сыпется, да, да вот мы тут, ЛГБТ-сообщество, да вот эти вот гей-парады и все остальное. Я лояльно к этому отношусь, но я считаю, что то, что у людей в спальне творится, то, что у них творится в спальне, но вытаскивать это на показ и особенно делать это кичем, зачем? Я не могу себе ответить на этот вопрос, зачем. А я думаю, что в этом и заключается как раз-таки дуализм мира, да, то, что это вот как на рынке, надо покупать то, что падает, да, вот здесь же то же самое, да. То есть тебе говорят, ты индивидуальность, ты личность, и всех загоняют в строй, и все мы идем этим строем там к счастливому будущему, да. То есть в этом и заключается неискренность и дуальность мира, и поэтому здесь очень важно вот свою индивидуальность сохранить, и очень важно, ну вот как-то, ну нельзя же сказать, вот абстрагироваться, есть такая штука хорошая, да, что надо быть котом и воровать куриц с фермы, да, вот, то есть из мира можно что-то брать, в мире масса есть всего ценного, но нужно, не нужно жить на ферме, все-таки нужно вот быть вот этим вот котом, который гуляет сам по себе. То есть я считаю, ну и по опыту вижу, что люди, которые живут по своим понятиям, по своим принципам, они строем ходят в одном направлении, да, они более интересны даже как собеседники. Поэтому тут вот надо вот этот баланс найти. Самое тяжелое в жизни, как и в инвестициях-то, найти баланс. Вот, и когда этот баланс находишь, ну вот, видимо, вот понимание приходит какое-то. Я почему не верю там, в глобальную войну, потому что я считаю, что современные люди, они не способны воевать. У меня тут была дискуссия с одним молодым человеком, который сказал, да я тут вот сейчас возьму автомат, да вот мы тут всех врагов победим. Я говорю, слушай, вот ты зимой, говорю, вот один раз переночуй на улице, и после этого пешком дойди до работы. Если тебе не хватит этих еще, не второй раз переночуй на улице. И после этого ты ответь себе вопрос, готов ты к войне или нет? И мне кажется, что мы настолько стали экзальтированы, избалованы, что мы вот, ну, просто не готовы к этим вещам. И как вот там Павел Воля шутил, да, что вот война начнется, мы там селфи будем делать там перед танком, да. Вот, поэтому... Но с другой стороны, наверное, это какой-то эволюционный путь, который проходит мир. И я благодарен Богу, что я родился еще там в 79-м году, да, и к тому моменту, когда эволюция достигнет своего прогресса, я уже старенький буду, я уж так. Вот, буду сидеть где-нибудь там, что-то покупать, продавать тихонечко. Вот, и там дети приехали, там внуки, все хорошо. Даже если будут редко приезжать, ну, ничего страшного.